Не самое приятное утро четверга ждало нескольких щелковских автовладельцев. В ночь со среды на четверг на парковке возле магазина сгорело сразу 3 автомобиля. Как нам сообщил начальник 37-го отряда противопожарной службы МЧС Вячеслав Никонов, возгорание началось в 4:15 утра. На стоянке около торгового центра стоят 3 обгоревшие машины, но, судя по кадрам любительской съемки, первыми загорелись не они, а 4-й автомобиль, стоявший напротив. На данный момент сотрудники полиции проводят следственные действия и выясняют, был ли причиной возгорания поджог.